Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Бебели с артикулом 668E с названием Flash. Flash в переводе означает вспышка. Данная машинка была спроектирована в сотрудничестве с профессиональными стилистами. Довольно неплохо вышло. В данной машинке установлен двигатель постоянным током с оборотом 6500. А также производитель утверждает, что на 50% мощнее, чем аналогичные машинки. Давайте поговорим про ножевой блок. Ножевой блок регулируется, имеет 5-ступенчатая регулировка. С левой стороны указаны цифры, каждый щелчок вы можете отследить. Начинается от 0,8, 1,2, 1,6, 2 и 2,4. Легкосъемный ножевой блок. Самое важное, что он легкосъемный, мне это нравится. А также нож сделан из нержавеющей стали с титановым покрытием. Ширина ножа составляет 45 мм. Нож снимается очень легко. Вы сняли ножевой блок, почистили, смазали и обратно одели. Одевается ножевой блок. Кстати, одевается ножевой блок при максимальной высоте. Что можно про батарею сказать? Батарея сделана из никель-металл-гидрид. Машинка заряжается 2 часа и работает 60 минут. Машинка идет комбинированная. Вы можете одновременно заряжать и работать. А также есть док. Шнур идет 3 метра. Это очень хорошо. Мне нравится. А также в инструкции указано, что вы при покупке машинки изначально вы должны 3 раза разрядить и поставить машинку на 16 часов. Рассмотрим комплектацию. Что входит в комплектацию? В комплектацию входит масло, щеточка и насадки. Насадки у нас в комплекте идет 8 штук. 3, 6, 9,5, 12, 16, 19, 22 и 25. Насадки довольно хорошие. А, кстати, сопроводительная документация в комплекте еще идет на русском языке. Насчет насадок, что я могу сказать, что они крепкие, довольно хорошие, одевается очень легко. Ножевой блок одевается довольно легко, зашелкивается на задней части. Я когда проводил, они не отпадают, потому что они крепко зафиксированы, проводится довольно легко. Часть машинки сделана из глянца, задняя часть прорезинена, чтобы не скользила в руке. Эргономичный, вы видите, изогнутая часть, в руке он лежит просто хорошо, мне нравится. Вес машинки составляет 230 грамм, очень легкая машинка, вы очень легко можете им лавировать, у вас рука не устанет. А также, если какие-то вопросы у вас будут по машинке, вы можете зайти ко мне на страницу, позадавать вопрос. Спасибо за внимание, всем до свидания.